Приветствую вас на канале Дом Звука. И сегодня хочу показать флейту, которую буквально вот вчера завершил. Новая флейта, которую я обычно не называю полноценным пимаком или флейтой любви. И окариной тоже не могу назвать, поскольку она нечто среднее между настоящим большим пимаком и окарины, которые, в принципе, они обычно бывают вот так вот, закрыты полостью, больше, меньше. Вот, это настоящие окарины. А это нечто среднее. То есть, получается, когда я настраиваю окарину, то при настройке окарины вся специфика настройки заключается в том, чтобы попасть в нужный диаметр. И от нужного диаметра, то есть там повышается высота тона. Здесь же, кроме того, что еще нужен нужный диаметр, нужно еще расстояние соблюсти, как в принципе и у пимака. Поэтому специфика этой флейты соблюсти расстояние и соблюсти диаметр отверстия. Это по поводу настройки. По поводу же звука получается нечто среднее. То есть у окарины звук такой глуховатый, как будто внутри что-то говорит, и это слышно чуть-чуть снаружи. А у пимака весь звук летит наружу, то есть он как бы такой внешний звук. Здесь же получилось нечто среднее. Вот на этой флейте сейчас продемонстрирую. То есть она достаточно сильная и не особо глухая. Получается где-то между что-то среднее. И по размеру, и по тембру нечто среднее между большим пимаком и маленькой окариной. Поэтому этот модель будет удобна, во-первых, людям, которые боятся больших габаритов, и в то же время хотят некий звук посильнее, чем у совсем маленьких окарин. Вот этот альтернативный вариант будет. Он и чуть-чуть подешевле будет. Мастерская Дом Звука будет делать подобные флейты чуть-чуть подешевле. Вот. А звук практически чуть-чуть потише, чем у пимаков. И поэтому разница, может быть, для некоторых и не будет очевидной. Вот. Это флейта Листопад. Она делалась на заказ, но в принципе могу сделать похожую флейту. Флейта сделана из ясеня. Здесь вот надставочка такая, вставочка мундштука. И в общем целом все классически, как у пимака. Свисток такого же типа, тотем, настройка. Точно 6, также 6 отверстий, пентатоника и тут переход по полтона. Ну и плюс для начинающих бонусом будет то, что здесь пальчики поближе ставятся, и это удобнее. Поэтому все же рекомендую эту флейту для начинающих. Хотя для профессионалов с точки зрения тембра тоже будет интересно. Благодарю за внимание.